Всем добрый день, это меховое ателье. И у нас в работе нутриевая шубка. Модель очень для вас известная. В предыдущих видео у нас уже не одна такая модель, только по большей части на норке. И к этой шубке у нас есть компаньон. Дубленка, из которой мы используем мех, то есть будет как мутончик у нас черный. Вот такая дубленочка. Вид дубленочки сбоку и вид дубленки сзади. Показываю на манекене 56 размера, так как клиентка у нас 56 размера. Естественно, по бедрам величины. Но мы придумали интересную модельку. И смотрите дальше, какой у нас получится результат. Наша шубка готова. Таким образом она выглядит на манекене. Мы просочетали два меха. Мех мутона овчины и нутрию. Как видите, на фактурах оно прекрасно играет, горит мех нутрии. С нутрией у нас еще воланы остались, а сам мех основы мы использовали. Вид сзади. Очень хорошо эта модель худит человека, делает и талию, и стройнит в то же время. И скрадывает формы. Как видите, у нас здесь стоечка. То есть можно и так расстегнуть, можно и закрыться, замуроваться, когда холодно. Ну и наш подклад. Подклад у нас стандартный, Максмара. Натуральная Италия. Натуральная, то есть натуральный подклад, я имела в виду. Такая вот красота. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И теперь видео на модели, девочки. Такая интересная, классная шубка у нас получилась. Кому нравится, ставьте лайк. Ждем ваших комментариев и берите на заметку нашу идею.